У нас сегодня шапка. Как-то так. А куда смотреть? Не важно, уже никуда. А вы как бы между смотрите? Да я просто в пространство всегда вот так. Тамара просила передать, чтобы этим летом вы поменьше работали и побольше отдыхали, и чтобы начальник наконец-то выдал вам премию. Галина Сергеевна советует вам хорошенько отдохнуть этим летом и при этом не забывать о чтении. Она вам советует книгу одной своей очень хорошей знакомой. Про Костика из «Солнечного переулка». Мне тут письмецо пришло, как его сейчас прочитаю. Ну, что я могу сказать? Диана передает вам, чтобы летом вы много веселились и не упускали возможности подзаработать. Веник советует этим летом проводить как можно больше времени с семьей. Потому что семья – это самое главное. Соня вам советует этим летом обязательно собраться с друзьями и устроить классную вечеринку. Женя вам советует свободное время этим летом потратить на что? На спорт! Лиза вам тут передает, чтобы этим летом вы отдохнули на природе, но не забывайте убирать за собой мусор и читайте побольше книг. Борис вам советует этим летом обязательно отправиться на рыбалку. Наберитесь терпения! Большие премьеры уже осенью на СТС! Увидимся на СТС! Больше в нашем телеграм-канале! Подписывайся!